Мы действительно сейчас имеем по всем объективным показателям, по всем нормативам, по всем справочным таблицам, по всем хрестоматиям, да по всему. Мы имеем, да, четкий совершенно фашизм в России. Но впервые этот фашизм имеет ядерное оружие. С таким никто еще никогда не сталкивался. Но я как бы призываю изначально вот наш разговор начать с того, что и ядерного оружия тоже бояться не стоит. Потому что если, например, будет выбор, ядерное пламя или жизнь по указке Путина под овощные песни Лепса, я выберу точно ядерное пламя. Это все-таки меньшее из этих неприятностей, поскольку жить по их указке я точно не буду никогда.